сегодня рассматривалась моя жалоба в интересах Марины Злотниковой на незаконные действия и бездействия руководителя следственного органа по ТИНАУ города Москвы. Прошлый процесс, как мы помним, был перенесен, отложен до сегодняшнего дня. Прокуратуре было представлено время для представления доказательств того, что Марина Злотникова была извещена о том, что в декабре прошлого года было отменено постановление, очередное постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, но прокуратура своим временем не воспользовалась или представить было нечего. Они представили постановление следователя от 13 сентября прошлого года, которых было уже дважды, по-моему, отменено одно и то же постановление. Ну, в связи с чем, я полагаю, сегодня судья Смагин вынесет законное обоснованное решение об удовлетворении данной жалобы, которую мне не придется обжаловать. Объявлен перерыв до 12, в 12 вынесение решения. Скажите, что вы ждете, какого решения вы ждете? Вы знаете, я очень внимательно слежу за этим процессом, потому что, возможно, это будет прецедент по привлечению к ответственности сотрудников полиции за неправомерные действия в отношении гражданина Российской Федерации. Это у нас просто удивительная редкость в наше время. И сегодня опять я была на процессе. Прокуратура, которая на прошлом заседании, представителю прокуратуры, которому было дано задание подготовить соответствующие документы, к сожалению, принес вновь те же документы, которые уже были в деле. И создается такое впечатление, не только у меня, что в прокуратуре в оправдании своего бездействия и бездействия следователя предъявить больше нечего. На какое решение суда вы рассчитываете? Я все-таки рассчитываю, что суд у нас не будет поддаваться ложному пониманию чести мундира и вынесет справедливое, честное решение на основании тех документов, которые имеются в деле. Город Москва, 7 февраля 2014 года. Следователь Росгранштаба города Москвы Смагин, частный заявитель, Злотников, писатель, заявитель, адвокат Пешин, представитель постановления 64-65, ордер 68-160-25 декабря 2013 года, прокурор, помощник прокурора Троицкого администрации Москвы Скалинского, писатель, соответственно, в открытии судебного разбирательства рассматривает жалобу писателя заявителя установил. В Троицкий район суд города Москвы поступил жалобу писателя заявителя, который последний требует признать незаконным моим нарушающим положение все первые 3 статьи 144, статьи 145 УК РФ бездействия руководителя собранной СОП по ТИНАУ ГСУСК РФ в Москве, вылезший в отсутствие контроля за осуществлением проверки, подчиненным ему следствием по заявлению заявителя Злотникова о совершении в отношении преступления работниками полиции, вслед чего нарушено установленное УК РФ процессуальный срок на рассмотрение заявления о преступлении, а также обязательно руководитель данного следствия устранить допущенное нарушение УК РФ. По основанию поводной жалобы представителям заявителей были приведены следующие доводы. По заявлению заявителя о совершении в отношении его преступления работниками полиции, следователем УШКАД следственного органа было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было отменено, так как не были выполнены правящие действия, но необходимость проведения которых указывалось постановление Троицкого районного суда города Москва 13 августа 2013 года. В связи с чем проводилось дополнительный проект, после которого установлен закон срок, не было принято процессуальное решение. Судимые постановления заявителей и представители заявителя поддержали вышеприведенный довод жалобы. Прокурором было заявлено необходимость оставить жалобу заявителя без удовлетворения, поскольку предварительная проверка была признана установленным законом срока, результаты было сообщено заявителю. Суд полагает необходимо оставить без удовлетворения жалобы заявителя по следующим основаниям. Расположение части 1 статьи 144 УК РФ следующее, что дознаватель, органы дознания, следствие, руководитель, собранное, обязаны принять, проверить сообщение, было совершено, подготовившись к преступлению, и в пределах установленного УК РФ компетенции принять по нему решение в срок не позднее 3 со дня преступления указанного сообщения. Расположение части 3 статьи 144 УК РФ следующее, что руководитель, следствие, органы, начальник органа дознания вправе помнить и верному ходу соответственно следствие, дознаватель продлить до 10 суток срок, установленный часть 1 статьи 144 УК РФ. При необходимости производства дополнительных проверок, ревизии судебных экспертиз, следственных документов, предметов, а также проведения оперативных мероприятий, руководитель, следствие, органы, ходу следствия, прокурор, ходу дознаватель, вправе продлить этот срок до 10 суток с обязательным указанием конкретных фактических обстоятельств, служащих основанием такого продления. Из положения части 1 статьи 145 УК РФ следует, что по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, предназнании, дознавателя, другого следствия, принимать одно из следующих решений о возбуждении уголовного дела. В порядке установленной статьи 146 УК РФ об отказе возбуждения уголовного дела, передаче сообщения по последствию соответствии статьи 151 УК РФ по уголовному делу на частном обвинении в суд в соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ. Из положения части 2 статьи 145 УК РФ следует, что при этом решении сообщается заявителю. При этом заявителю выясняется право обжаловать данное решение, порядок обжалования. Как следует, специальный судебный материал 13 сентября 2013 года,
Следствием особо тяна ГСУСКР по Москве индивидуум было принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. В тот же день о принятом следствием решении был уведомлен заявитель, исходящий номер 13.9.13 года, номер 278-П-2013, которым было выражено право и порядок обжал данное решение, что подтверждается представленным суду письменным уведомлением книг учета исходящих документов. 13 декабря 2013 года вышеуказанное постановление следствие было отменено заместителем прокурора Троицкого административного округа Москвы Ануфриевой как необоснованно. При этом прокурором следствие были даны соответствующие указания, в том числе я предоставляю результаты дополнительной проверки прокурора в срок, не превышающий 30 суток с момента осуществления материала предварительной проверки следствия органов. Указанный материал предварительной проверки фактически был передан прокурором следствия органов 26 декабря 2013 года, что подтверждается представление суду копии реестра передачи документов в следственный орган. Таким образом, мая подачи в суд жалобы представителям заявителя, а именно 10 января 2014 года, срок проведения следственной дополнительной проверки не истек, поэтому основания принятия рукой средств органа к следственным мерам процессуального реагирования в данной части не имелось. На основании изложенного по статье 125, которая постановила оставить без удовлетворения жалобы представителя заявителя, настоящее постановление может быть обжаловано в судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток с дня вынесения через Троицкий суд города Москвы. Судья Смагин подал. Также расценяя сторона права в течение 3 суток с момента разглашения данного постановления заявить письменных кадастров, ознакомление с протоколом судебного заседания и в такой срок по окончании ознакомления с ним подать на свои письменные замечания. Заявителя нет, да, с представителем. Копия Абраимана. Понятно вам постановление? Да, понятно. Копия будет вручена сегодня в 14 часов в данном зале судебного заседания. Судебное заседание является закрытым. 6 декабря на момент 10 числа. Ну, я хочу сказать, несмотря на то, что мы предоставили все доказательства волокиты по делу о возбуждении на полицейских, которые меня избили, все материалы, вот, судья принял решение в сторону правоохранительной системы, то есть здесь виден откровенный сговор и следователей, и прокуратуры, и суда. То есть волокита... Вы оцениваете так, что да, система сама себя да, защищает? Да, она пытается любыми путями себя защитить, несмотря на то, что с 22 октября идет проверка, 3,5 месяца, и они все равно опираются на то, что все законно. И, то есть, чисто находят лазейку, ухищрение, манипулируют различными датами. То есть, если честно сказать, бороться с этой системой очень сложно, но бороться надо. Бороться надо, чтобы защитить себя, конечно. А другого выхода нет. То есть, как я понимаю, адвокат Першин будет обжаловать это решение? Будем обжаловать. Мы стали очевидцами, как правоохранительная система Москвы, значит, демонстрируют, как происходит попрание прав российских граждан. В этой связи хочу напомнить судье, что есть прецедент в Российской Федерации, в Москве, что за искусственную волокиту, значит, был отстранен судья города Москвы с последующим возбуждением уголовного дела. Вот в этой связи, значит, мы будем поступать таким же образом, вот подавать, значит, жалобу на данного судьи, чтобы его отстранили с занимаемой должности, а дальше будем возбуждать в отношении него уголовное дело. Людмила, решение вынесено. Ваше мнение? Мое мнение, я просто поражена. Поражена тем, что в настоящий момент мы видим такой случай, когда судья пытается и должен принять какое-то процессуальное решение, но законное решение, основанное на линии закона. Несмотря на то, что борьба идет между гражданином и системой. И, он разбирает не взаимоотношения гражданина и другого гражданина Российской Федерации, а фактически разбирает отношения гражданина и правоохранительной системы. И в результате мы видим, что судья идет на любые манипуляции, жонглирование датами, цифрами для того, чтобы выгородить именно правоохранительную систему. То есть не провести линию закона, которую он должен соблюдать, а каким-то образом выгородить правоохранителей, которые допустили правонарушение.